Девчулечки мои, красотулечки, всем привет, мои красавицы! Сегодня будем с вами делать маску скраб, как я вам и обещала, девочки, из кокосового масла. Еще нам с вами надо будет сода, девочки, и все. Для нашей маски нам понадобится столовая ложка кокосового масла и чайная ложка соды. Все тщательно перемешиваем, убираем все волосы, освобождаем лицо и наносим маску скраб ватным диском. Вот так вот втираем. Сразу говорю, девчонки, ни разу не делала такую маску скраб. Даже честно могу сказать, боюсь. Ну, я думаю, и эта маска неплохая. Да, угу. Ну, что чувствую? Чувствую такое, знаете, как действительно скрабирует. Сода, наверное. Носику уделяем внимание, чтобы нос наш очистился от черных точек. Вот еще давайте вокруг рта. Сильно глазком не подходим, веки тоже не трогаем. Скрабируем только вот, девчонки, вот лицо. Можно шейку, конечно, нашу обязательно. Вот так. Можно, конечно, и декольте. Я потом сделаю это обязательно тоже. И в течение 5 минут вот так с вами. Так, давайте я время засекаю. Все скрабируем, трем. Но тоже еще раз хочу сказать, девчонки, без фанатизма. Не до царапин, ни до каких. Ну вот. Чистим наше личико. Желательно это делать по массажным, конечно, линиям. Вспоминайте. Вот так. Вот так. Вот лицо у меня уже начинает краснеть. И через 5 минут смываем с вами прохладной водичкой, водой. Наносим, наносим. Тоже скраб очень здорово делать. Тоже одна клиентка ко мне пришла и рассказывает, говорит, Наташа, скраб очень здорово делать с кокосовым маслом и солью с морской. Вот. Я, кстати, делала, но с морской солью и просто соль с маслом, с таким обычным, с растительным. Очень тоже было хорошо. Вот. Но это такой все-таки, я хочу сказать, ну и мягкий, и в то же время не совсем уж такой прям и мягкий скраб, если здесь присутствует сода. Вот, девочки, смыла я свой скраб. И что хочу сказать. Ну, конечно, кожа мягкая, прям очень мягкая, хорошая. Я еще остаточки на ручки на свои сделала скраб. Рука, руки тоже нежные, хорошие, но... Так как у меня сосуды расположены близко, но у меня не купероз, но сосуды у меня румянец, вот вы сами видите, расположены близко. И я так считаю, что мне сода все-таки, ну, таки считаю, что для моей кожи сода нежелательна. Ну, я не знаю, вот это, конечно, все краснота пройдет, я думаю. Здесь на лице все нормально, все хорошо. А вот здесь вот, где у меня... Румянец до сих пор все еще, вот смотрите, такая. Она, конечно, потихонечку краснота сходит, но сейчас вот крем нанесу наш с вами. Давайте покажу. Мне очень нравится, еще раз говорю, девчонки, вот лучше гель. Покупайте лучше гель. Вот он нежнее и лучше. Сейчас мы нанесем крем. И я думаю, сейчас у меня потихонечку все пройдет, потухнет. Ну, хороший скраб, хороший, ничего не могу сказать, но только действительно он... Больше для жирной кожи, для жирной кожи. Можно, конечно, и на сухую кожу тоже сделать такой скраб. Но для чувствительной кожи и у кого купероз, этот скраб не подойдет. Вот, девочки, как хорошо, что у вас есть я, девчонки, подопытный кролик, который на себе все проверяет, смотрит и вам потом... рассказывает. Ну вот, хотела я маску соды, и вы у меня спрашивали, Наташа, а делаете ли вы маску соды? Ну, вот, сделали, девочки. Ну, не знаю, все до сих пор красное и красное. Мне кажется, сода не для меня. Не для меня сода, девчонки. Лучше сделать солью и с кокосовым маслом. Ну, не в следующий раз, а, может быть, недели через две я сделаю обязательно еще раз скраб с кокосовым маслом и с морской солью. А сейчас вот смотрите, видите, вот до сих пор у меня прям все вот так вот, щечки такие красные. Но ничего, потихонечку, я думаю, все это пройдет. Моя эта кожа все переживет. Но, конечно, морщинки, ну, я думаю, это
все-таки это заслуга масла кокосового. Морщиночки немножечко разгладились у меня. Хорошо. Ну, ничего страшного. Все пройдет. Проэкспериментировала. Все. С содой я больше не дружу. Ну вот, девчулечки мои, красотулечки, наш эксперимент с вами прошел, закончился. Кто новенький, девчонки, подписывайтесь на мой канал. Будем дружить. У нас еще будет очень-очень много интересного. Теперь я буду снимать блоги про свою жизнь, про... И болталки будем с вами устраивать на всякие темы. Так что пишите, девочки, что вас интересует и какие темы вас интересуют. Вот, мы с вами поболтаем, судим с вами, девочки. Ну, все, на сегодня видео заканчивается. Девчулечки мои, красотулечки, пока, мои красавицы, задавайте вопросы. И пишите мне, какое видео мне еще снять для вас. Люблю вас всех, мои красавицы. Пока. С вами была я, Рубцова Наталья.